Тут вдруг Саша захотел со мной провести время. Интересно. Интересно, почему я тебя забыл? Хочу кое-что сказать. Мне кажется, тебе нужно меньше проводить времени с теми тремя драконами. Поэтому я тебя забрал хоть на 5 минут от них, от их влияния. Так, это супер повод. Да, хочешь чай? Очень. Этот чай. Из чего? Каждое утро, пока мы были в горах, я забегал по росе босичком и собирал Иван-чай. За чаем ты бегал, а печенье ты пил. Это собирал, нет, куст такой здоровый. Ты же собирал печенье? И там растут веточки все. Что, как ты? Я хорошо, как ты. Чем вы занимаетесь здесь? Собирание, плавание. Йога. Йога вообще. Чего? Понравилось? Да. Да? Медитировал? Вчера и позавчера. А с чего это ты позавчера начал медитировать? Мы когда-то с тобой обсуждали этот момент. Ну что, ты должен сам к этому прийти, сам это попробовать. Но я не знаю, у меня не получается прям как-то считать до 7, чувствовать этот шарик, там, просто дыхание. Меня все отвлекает. Речка. Ну я же тебе говорила, что это ничего. Ну, я соскучился. Сильно? Неистово подходит слово? Да. Тогда неистово. Хорошо. Идем? Да. Отвечать на вопросики? Поможет нам Иван чай. Чай. Да. Разговаривать ему, как всегда, было не о чем со мной. Вот. Но мы просто приятно провели.